все нормально, я просто сходила в фикс-прайс. Накладные ресницы. Сейчас мы их проверим. Must-have и фикс-прайса. Всем привет, я Даша Кей. Сегодня я вам расскажу, что я купила в таком магазине, как фикс-прайс. Вот такой вот у меня пакет. Знаю я некоторые уловки фикс-прайса, которые можно найти и на Али. Господи. Поэтому сегодня мы посмотрим и проверим, такой ли выгодный фикс-прайс, как он был раньше, когда стоил 30 рублей. В фикс-прайсе это не фиксированная цена. Как бы понимаю, что доллар стал 70 рублей, но это не позволяет им сделать наценку на все 70 рублей. Там хаотичные цены. По большей части это будут какие-то бьюти-штучки, аксессуары, много нового. Мне говорили, что в фикс-прайсе есть спонжи, которые один в один бьюти-блендер. Я бы хотела на это посмотреть. Так что давайте начинать. Первое, что у меня попалось, это полоски с активированным углем для очищения пор на носу, на лбу и на подбородке. Они все в фольге в какой-то. Тщательно очистите кожу лица, смочите нос и подбородок водой. У меня очищена кожа. Наклейте полоску, предварительно сняв с нее прозрачную пленку. У меня есть вода, в которой я брызгаю цветы, питьевая. Я ее брызгаю на лицо. Клейкую сторону ношу на лицо. Вообще, по идее, это сомнительная такая вещь. Почему-то ничего они, к сожалению, не очищают. Чтобы закрепить результат, сказано посидеть минут 15. Я так понимаю, ее потом нужно будет содрать. Переходим дальше. Биогелевые подушечки. Патчи под глаза, которые наносятся перед макияжем, перед какими-то праздниками. Я очень часто советую именно корейские патчи под глаза, потому что они очень классные. Рельеф в этой области разглаживается, и при нанесении, допустим, хайлайтера эффект от патчи заметен. Там плавает немного вода. Предварительно на очищенную кожу вокруг глаз нанести подушечки, через 15 минут снять остатки, смыть водой. Это мне не нравится уже эта затея. Они просто толстенные. И это я сейчас буду наносить под глаза. Похоже, он будет очень долго работать. За 77 рублей на 2 раза получается. Мы передвигаемся дальше. Я прям фанат вот этих вот органайзеров прозрачных. Дома у меня есть тоже вот такие вот баночки. Все мне в них очень нравится, кроме того, что я не могу отодрать вот это. И когда-нибудь уже все-таки засунуть их в горячую воду, ну, это нереально отрывать. Пожалуйста, фикс-прайс, клейте какие-то легко снимающиеся скотч-пленки. Здесь удобно, что пыль никакая не попадает на ватные палочки. Тут, конечно, на ватные диски оседает пыль. У кого проблемная кожа, я, конечно, не советую использовать такой тип хранения ватных дисков, потому что на них попадают какие-то дополнительные микробы. А если у вас нормальная кожа, то все равно лучше не делайте. Домой я взяла себе антибактериальное мыло, которое частенько беру. В их составе есть реально компоненты, которые убивают микробы. Это очень приятно, потому что помыть руки после того, как ты держался за поручень в метро, очень даже стоит. Это переводные татуировки. Мне 22 года, 26 апреля исполняется. Мехенди или не мехенди. Стоили они 55 рублей. Все пахнет очень странно. Дайте мне татуировки с картинки. Зачем вы клеите такую классную картинку, а татуировки кладете какое-то дерьмо? Понятно. Я определилась. Начнем с одной маленькой звезды. По классике приклею ее вот сюда. Намочу немножко. Тщательно смочить ее, прижимая к коже. Через 30 секунд осторожно удалите бумагу, пройдитесь влажной губкой по краям для закрепления эффекта. 30 секунд прошли. Мама, я сделала татуировку. Ну, если вы хотите пранковать, как бы, то можно, да. Посмотрим. Кроме волосков, отодравшихся вместе с этой маской, я ничего не вижу. 50 или 77 рублей, выкинутые на ветер. Вот эти вот биогелевые подушечки, и они уже тут создали абсолютно ровную кожу. В составе там есть на последнем месте мика. Я не понимаю, зачем в патчах мика, может быть, кто-то мне в комментариях объяснит. Патчи однозначно работают и круто выравнивают рельеф кожи. Я купила два крема для лица. Это гиалуроновый крем, а это просто ведь с витамином А и Е. Крем гиалуроновый на одну сторону лица. На вторую сторону лица я нанесу крем АЕ, АЕВИТ, или, а нет, это не АЕВИТ, это просто приятно радует, что на обоих кремах
есть фольга. Ой, у этого крема прям приятная отдушка, и мне кажется, что он был немного подороже. Намного приятнее распределяется по лицу. Пусть крема действует, а мы опять переходим дальше и будем смотреть, что я купила еще. Добралась до этих спонжей, которые мне вы очень советовали. По-моему, на YouTube или в Инстаграме. Ну, в общем, кто писал, может быть, вспомнит. Эти спонжи размокают в воде, то есть они разбухают в воде. Упаковки такие классные начали делать. И спонжи, кстати, в отличие от кистей, не пахнут совершенно. Нет, ну конечно, ну чуть-чуть другая. Ну, даже может быть не чуть-чуть, немного другая текстура, чем у бьюти-блендера. Кстати, рядом лежит бьюти-блендер, мы можем его взять. Текстура прям очень похожа. Спонж из фикс-прайса более резиновый, а сам бьюти-блендер больше как бы похож на такую зефирку и подушечку. Между этими спонжами цена ровно в 15 раз. 100 рублей — это 1500. Пойду намочу вот этот вот спонж и заодно намочу этот спонж тоже. Это новая какая-то коллекция или что? Я намочила все три блендера фикс-прайса. Этот оригинальный. Я, конечно, большой фанат бьюти-блендера. Конечно, нужно посмотреть, как они будут наносить. Бьюти-блендеры я знаю, как наносят, как все-таки нанесут вот эти вот ребята тональный крем. А задача у них очень непростая, потому что я купила тональный крем Балет. Балет-декор, тональный крем. Думаю, все мамы сейчас всплакнули. Вспомни свою молодость. Как-то очень плохо трявится. Я наберу немного крема, я не знаю, мой этот тон или нет, там был всего лишь один цвет, поэтому как бы, сорян, если по оттенку не угадала. Он идеален за свою цену, но немного пористый по сравнению с бьюти-блендером, поэтому предлагаю на эту сторону нанести спонжиком, а на вторую нанести кисточкой, тоже с фикс-прайс. Ну, тон нанесся, и он нанесся ровно. Просто я тушевала дольше немного, чем обычно. Это круто, что в пределах 100 рублей можно купить спонжик, которым реально наносить тональное средство, который разбухает в воде, и действительно с ним кайфово поиграться, помучить его, потискать. Белый точно такой же, просто я купила, чтобы у меня были два. Эту кисточку я беру. Лайфхак, такая же кисточка на Алиэкспресс стоит тоже 70 рублей. Вы можете прийти в фикс-прайс и купить ее просто вот так вот, оп, взять. А можете заказать на Али, то есть, в принципе, как вам удобнее, но подобные щетки продаются на Алиэкспресс, и я думаю, это ни для кого не секрет. Слушайте. Вы видите, как у меня раскраснелась кожа? Очень плохо отдает его. Очень жестко и не подходит для нанесения тональных средств. Я наберу еще тона Балет. Обожаю. И донанесу все спонжем, потому что кисточка прям не справилась, растянула мне все лицо. Я в шоке от крема Балет. Я думала, это какая-то дичайшая замазка. Слышала, что его перезапускали или перевыпускали, и он стал намного тоньше. Но сейчас он такой тонкий, прям как обычный крем с легким оттенком. В фикс-прайсе есть кисточка для бровей. Была в точно таком же пакетике. В лучших традициях с такой кисточкой я возьму помадку Beauty Drugs, оттенок Tau. Обычная хорошая синтетическая кисть. Я себе вообще представляю хорошо такую картину. Вы визажист, и вы понимаете, что у вас сейчас будет съемка, в которой вы будете все тело красить каким-нибудь одним пигментом. И вам жалко убивать вашу кисточку от хакухода. Вы покупаете просто кисти с фикс-прайса и фигачите. Либо, если вы очень редко пользуетесь косметикой, то можно купить какую-то из кистей, чтобы попробовать по форме и понять, нужна она вам или нет. Я вот этой кисточкой с фикс-прайса нарисовала себе только что брови просто за 2 минуты. Если у вас не было скошенной кисточки, а на другой стороне щеточки, то вам она нужна. Must have и фикс-прайса. Следующие не менее интересные продукты – это кисточки натурального ворса. Даже очень редко можно встретить в Подружке или в Ревгош, а тут они продаются вот так вот просто по 77 рублей. Мир перевернулся после этого для меня. В том фикс-прайсе были две кисточки. Одна из козы, по-моему, обе из козы, мелкой проработки тенями, а другая для растушевки складки века, но она на самом деле великовата для складки. Кисть для румян, хайлайтера, контуринга, пудры. Но мне кажется, что для пудры идеально подходит вот эта вот кисть. Она прям такая хорошенькая. Эти кисти, как и многие натуральные кисти, не самого лучшего качества, пахнут козой. Нужно помыть, в лучшем случае продезинфицировать. Ребят, я сейчас очень сильно тяну. Теперь так, он не ломается. Начну я, наверное, с контуринга. Скульптор от NYX, они же румяна, коричневого правильного оттенка. Очень чистая тушевка, никаких пятен. Причем продукт NYX не самый непривередливый и легкий в тушевке. Это, так понимаю, полировочная кисть, face blending для хайлайтера, румян, пудры. Да, она, конечно, лезет. Я набрала немного этих персиковых румян.
Теперь я беру этой же кисточкой и набираю хайлайтер Beauty Drugs by Kofka The Cat. Когда патч клеишь прям до этой области, то когда ты наносишь хайлайтер, ложится лучше, намного ровнее. И темная кисточка для пудры, возможно, смесь какого-то более мягкого ворса, потому что она жесткая и мягкая одновременно. Я беру пудру и накидываю просто на лицо. Т-зону под глаза и на саму блестящую зону на моем лице, это лоб. Я перехожу к кистям и буду использовать палетку от Huda Beauty Nude. Наверное, использую вот этот оттенок Lace. Пушистую кисточку. Она, конечно, колючая. Если ей просто вот так, как лапкой котика делать, то ок. Теперь я беру маленькую кисточку, которой можно делать какие-то детальные работы. Набираю вот эти два красивых блестящих оттенка. Очень колючий ворс у меня. Тушь, я не знаю, открывал ее кто-то. Ну да, похоже, открывал. Вот так выглядит эта тушь. Жан-Мишель. Меня так друга зовут. Надеюсь, она не влагостойкая. Тушь очень слабо прокрасила мои ресницы. Благо, у меня есть накладные. Накладные ресницы. Сейчас мы их проверим. Два типа накладных ресниц. Так, попробую открыть упаковку. Одна более натуральная, другая не натуральная. Не совсем пластиковая, как было раньше. Вот эти ресницы я наклею сейчас на свои глаза. Это некомфортно из-за того, что они очень колючие. Это можно приклеить пучком куда-нибудь или разрезать их на несколько частей и приклеить по ресницам. Следующую вещь вы можете увидеть уже на моих ногтях. Я была в Фикспрайсе и купила фольгу, и сейчас мы сделаем просто топовые ногти. Да, это вот фольга для дизайна ногтей. Мы будем ее переносить на ногти, отпечатывать. Берешь фольгу и той стороной, которая без пленки, отпечатываешь ее на ногти, и получается такой хаотичный рисунок. Вот это так прикольно. Я не знаю, как вот это можно куда добавить, тоже она красивая. И когда я ей принесла эти, она сказала: блин, Даш, это совсем другая фольга. Это та фольга, которая клеится. Так это не такая фольга. Это другая фольга? Это просто как... Лепить? Цветная бумага клейкая. Блин. Она может быть только, ну, какой-то геометричный, как, собственно, тут. Блин, а я думала, это гениальный. Нет. То есть ее можно только вырезать каким-то полосками. Нет. Подвел нас Фикспрайс немного. Это самоклеющаяся фольга за сколько тут? Сколько она опять стоила? Опять я купила какую-то дрянь. И не оправдала ни свои, ни чьи надежды. Я не занимаюсь нейл-артом. Мне кажется, у нас получилось очень круто, но это отдельное спасибо Жене, потому что она маялась-перемаялась с этой фольгой с Фикспрайса. Делаю такую миндалевидную кошачью форму. У меня немного Фикспрайса в ногтях. Все нормально, я просто сходила в Фикспрайс. Я не знаю, зачем я это купила. И что это вообще такое? Со мной произошло в тот момент. Это вот так. Свежие новости. Девочка настолько помешалась на Фикспрайсе, что залила его в ногти и сделала из него головной убор. Все нормально, это Фикспрайс, у меня пройдет. Это все покупки из Фикспрайса. Это было долго, возможно, нудно, но я рассказала то, что хотела, то, что меня заинтересовало, привлекло мой глаз, и я подумала, куда я это могу применить в своей жизни. Отдельное место уделить кистям и спонжику, где он там. Это реально то, чего мне не хватало в году, наверное, 2014-13. У меня была одна кисточка из-под гуаши, другая мамина кисточка. То есть действительно не было ни средств, ни возможности купить себе нормальные кисти. Когда можно пойти и проэкспериментировать в Фикспрайсе, я всегда за такое обеими руками. Так, вот сейчас опять выяснится, что я что-то недопоказала. И она такая... Вроде все показала или нет. Такое вот видео у меня получилось с покупками из Фикспрайса. Пишите в комментариях, что вы из этого пробовали, какие ощущения у вас оставили те или иные продукты. Мне будет интересно почитать, потому что я выбирала их с душой. Действительно, мне понравились из этого всего ассортимента. А с вами была Дарья Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.